Thank you.
Просторы, дикие и совершенно нетронутые цивилизации. Находясь там, ты обретаешь покой и заряжаешься энергией.
И мы, как дети этой природы, не могли не написать песню об одном из таких мест. Белая гора! Друзья, я хочу, чтобы мы превратили весь этот зал сейчас в звездное небо с помощью фонарей. Спасибо, друзья!
Космос, который вы сегодня сделали. Спасибо. Спасибо, Ардукер! Друзья, а теперь мы приступим к очень драйвовой песне, называется «Генезис». Но для начала мы немножко поскандируем, да? Чтобы потом станцевать. Зарядите энергией, друзья! Хей! Cha-c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 ha
Шума! Спасибо! А следующую песню будет исполнять наша прекрасная Атамай. Давайте поаплодируем. Добрый вечер, Москва! Что-то вас не слышно совсем. Добрый вечер! Балкон, а вас что-то тоже не слышно вообще. Вы с нами? Мы очень рады быть у вас в гостях снова и делиться своим творчеством вместе с вами. И сейчас я бы хотела исполнить песню, которая ассоциируется у меня с нашим деревенским утром, с нашей природой, с нашим деревенским бытом и, конечно же, с нашей пасекой. И эта песня «Властелины меда». Thank you.
Спасибо! Так. А где наша Азиан? Вы ее не видели? Вы нашу Азиан не видели? Она, может, где-то там ходит на танцполе, вместе с вами танцевала, нет? Нигде не было? Может, ее тогда позовем, и она выйдет? Давайте. Азиан! 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 Ну все, мы начинаем играть. Танцпол до самых вибраций земли с помощью следующей песни. Вы готовы? Я наверное, не слышу. Будь со мной, иди за мной, будь со мной, иди за мной, будь со мной, иди за мной, иди за мной. Будь со мной, иди за мной.
снова. Песню мы посвятили всем коренным малочисленным народам мира. И мы как представители этих народов хотим вам показать нашу культуру, и мы пытаемся ее сберечь как можно надолго. Друзья, песня «Не рай». Thank you.
Спасибо, друзья. Москва, как настроение? Прежде чем приступить к следующей песне, я приглашу Айко, да? Да? Тебя? Да? А еще можно погромче, пожалуйста? Спасибо! Раньше эта песня была импровизацией, сейчас эта песня имеет свою форму. Да. И еще я бы хотела вас попросить в этой песне поучаствовать с нами и спеть. Так вот, друзья, в этой песне будет момент, который мы сейчас продемонстрируем вам с девочками. И в этот момент мы хотим, чтобы вы пели вместе с нами. Договорились? Девочки, поехали. Запомнили, друзья? Вы готовы?
костара, кубе костарем, о старым, кубе костарем, кубе костарем, о старым, кубе костара. Нашего альбома. Песня Кука Кача вам о чем-нибудь говорит? Супер! Супер, супер, супер! Вы же знаете, да, что эта песня... Сейчас. Эта песня про... этого... лесной дух. Знаете же, да? Да. Который живет... Где этот лесной дух, вы знаете? На болоте, да, вроде? Так вот, мы сейчас исполним про него песню, и если он сюда придет, ну не знаю, что мы будем делать, призовем, что не дай бог этого лесного духа, а нам это как бы сейчас не нужно. Поэтому давайте будем вместе громче кричать в припевах, если вы знаете. Я уверена, что вы знаете, да, друзья? Балкон, а как же вы? Я не слышу вас. Танцпол, вы лучший, просто невероятно. Москва! Thank you.
поговорим. Кока-качка, мурчага. Вот тогда поговорим. А теперь не хунгура. Вот тогда поговорим. Одну красивейшую даму. Так, давай я тебе помогу. Сюда поставим? Нет? Ё-моё, ой, извиняюсь. Кинчари? Все? Нет. Сейчас. Блин, эти провода. Ты готова начать? Давайте поскандируем название песни. Ага. Смог! Смог!
Спасибо, друзья! А сейчас Ач возьмет бас-гитару. Да! Девочки подключат дисторшн. И мы вам покажем, как звучит рок-н-ролл на народных инструментах, друзья! Атамай, покажи, что там получилось. Завершающая песня сегодняшнего вечера. Сегодня для вас выступали Коровое пение.